Все верно, друзья, это 105.5 FM, и наконец-то яично-куличный финал наступил. Все ждали, я тоже, здесь в этой студии уже вместе со мной Настя Островская. Настя, привет! Всем здравствуйте! Привет, Ксюш! Ну что там, расскажи. Ой, это было сложно, но мы справились, потому что невероятное количество участников, невероятное количество красоты мы получили в рамках нашего пасхального фотоконкурса, который мы запустили накануне 5 мая в телеграм-канале «Радио Камчатка». Мы предложили нашим слушателям, подписчикам поделиться снимками своих праздничных пасхальных столов. Ксюш, ты смотрела фотки вообще? Я смотрела фотки, там вообще запрещеночка еще была. Кошечки, детишки, холодцы, салаты. Сразу захотелось кому-то в гости прийти очень быстро. Очень заманчивые фотографии были в телеграм-канале. Хочется уже и результаты знать, конечно же. Мы вчера весь пасхальный эфир с Настей Гагариной прям выспрашивали наших радиослушателей домашние адреса, потому что планировали после эфира к ним в гости заехать, потому что некоторые фотографии просто так и манили и манили. Но лидеры все-таки должны быть, и мы их вычислили. Я напомню, по условиям конкурса в лидеры у нас выбиваются те, кто набрал наибольшее количество лайков. Ну, в случае телеграм-канала это реакции. Там их множество может быть, и есть у нас тройка лидеров. Мы уже опубликовали пост в нашем телеграм-канале «Радио Камчатка» со ссылочками прямо на победившие публикации. И, значит, с результатом. В 276 реакции на момент подсчета голосов, это был полдень, побеждает у нас участница Александра. Ура! Да. Тут огромное количество прекраснейших куличей, и прекраснейшая доченька, я так полагаю, Александра, тоже позирует на фоне этих вкусняшек. Безоговорочно. Это у нас первое место. Я напомню, что тройка лидеров у нас получает денежные призы, а также вкусняшки от наших партнеров. О них немножечко позже расскажу и напомню. На втором месте у нас участница Валентина. Здесь тоже запрещеночка дети в количестве двух человек. И, конечно же, корзинка с прекраснейшими куличами и яйцами, и вообще все очень красиво. И Валентина у нас набирает 263 реакции. И, конечно, аплодисменты. Да, и на третьем месте и результатом 176 реакций за фотографию набирает участница, судя по ее аккаунту, Анна, если не ошибаюсь. Тут собачки на аватарке и на самой фотографии вот такие вот монохромные, да, это правильно сказать, одного цвета вот яйца. Да, верно. И вот вербочка здесь и три великолепных кулича. Ну, все весьма симпатично. Ей тоже аплодисменты мы подарим прямо сейчас, а наши спонсоры и партнеры подарят еще и призы. Правда? А в наших партнерах обязательно и с большим удовольствием напомню, это 1000 яиц у нас от ООО «Экспо Групп». Это новосибирские яйца. Мы их обязательно вручим не только победителям, но и участникам конкурса. Об этом тоже я немножечко позже скажу. Такие сюрпризы от «Радио Камчатка». У нас есть «Агротек» тоже. Среди партнеров колбасные наборы будут. Вкусняшки от ООО «Алфавит вкуса». И, конечно же, это куличи от той самой легендарной пекарни Степанова. Ну, куда же без них? Конечно же. Да, и это мы тоже будем вручать. Вы знаете, ну вот наборы вместе с деньгами, вместе с вкусняшками получит у нас тройка лидеров, но мы еще от редакции хотим вручить спецподарок, потому что есть у нас еще личные лидеры. Я думаю, что мы можем себе это позволить выбрать. Пользуясь служебным положением. Абсолютно, да. Мы чуть позже сделаем публикацию с той самой фотографией, которая покорила вообще все сердца всех наших радищиков. Поздравим отдельно. И вообще, уважаемые друзья, все те, кто участвовал в конкурсе «Радио Камчатка», «Королева 29/1, это торговый центр «Мечта». Приходите в гости, мы вас обязательно угостим вкусняшками от наших партнеров. Показывайте свою фотку в комментариях и забирайте вкусности. Спасибо всем огромное за участие в этом замечательном проекте. Эх, вот ты сейчас рассказала про все наши спонсорские классные вкусняшки, и я уже даже сама теперь сожалею, что мне участвовать нельзя, к сожалению. Но, друзья, вам можно участвовать, и мы очень часто стараемся дарить вам классные призы, всякие разные розыгрыши проводить в рамках наших телеграм-каналов и эфирного пространства. Так что подписывайтесь и оставайтесь вместе с нами.